Если вас интересует история со счастливым концом, ищите ее в другом месте. Я настоятельно советую всем вам посмотреть что-нибудь более приятное. Я граф Олаф, ваш новый опекун. Где ваши родители? Мы сироты. Отправьте их на лесопилку. С нашей экономикой ребенку повезло, если у него есть работа. На первый взгляд, вам может показаться, что я ужасный человек. А сейчас мы будем есть! Но вы даже не представляете, насколько я ужасный. Вы должны понять, он пережил очень тяжелое детство. Что такие унылые? А мы переживаем тяжелое детство прямо сейчас. Ясно. Родители никогда не вернутся. Нам всем страшно, Клаус. Я обещала маме и папе всегда присматривать за тобой. И постараюсь держать обещание. Вы наконец-то в безопасности, дети. Как ваши родители и хотели. Найдите свою тетю Жозефину. Она расскажет вам все, что нужно знать. Вы живете у нашей тети Жозефины? Я и есть ваша тетя Жозефина. Доброе утро. Я Стефана. Сейчас уже вечер, и вы граф Олаф. Граф Олаф до сих пор не порвал вас на мелкие кусочки лишь потому, что ему нужны ваши денежки. Вам это даром не пройдет. Ваше наследство станет моим. Карпе дием! Лови детишек! Лови момент! Я так и сказал. Lemony Snicket, 33 несчастья. Смотрите на Lost Film TV.